Ребята, здравствуйте. Вот хочу рассказать вам, что я тут немножко поковырялся. Вот сделал поел такую у меня тут. Вот. Тут еще аккумулятор можете влезть, еще запасной. Лебедка, инструменты. Вот. Ну, что тут можно наложить, чтобы не мешалось. Так, потом я, ребят, сделал насос электрический, поставил от инвалидки, от запорожца, от инвалидки, не знаю. Вот, почему я его поставил, потому что при нагревании до 80 градусов, вот здесь, отрубается насос. Насос вот механический, он вырубается, и вездеход глохнет. Долго мучился с этой проблемой, все-таки решил поставить насос. Супер, все работает отлично. Качает, подкачивать не надо, включил зажигание, он подкачал, и все. Как удобно, это просто... Хорошо, короче. Дальше я что сделал? Я поставил вот такой вентилятор. Вот. И поставил вентилятор. Это так. Вот. Он двухрежимный. Первая, вторая скорость. И реверс. Назад, вперед. Он у меня... Дует на коллектор, ну и на карбюратор, ну и на мотор. Очень сильно дует. 3000 обороты на 220. Также он у меня питается от преобразователя, от компьютера. Вот, все работает, испытано уже, все отлично. Потом я вот такую жестяночку-то сделал, чтобы с цепи не брызгала смазка. Так. Натяжитель все нормально работает. Автоматическая, как говорится. Натяжка. Не трогаю я их вообще. Так, ну тут я поставил пружинки выжимные назад. Теперь у меня не клинит ничего. Все работает гладко. Так, что у меня тут еще? Больше пока ничего. Делал я, правда, джойстик. Как говорится, корректировка движения по дороге более-менее прямой. Назовем ее корректировка. Вот, потому что поворачиваете не на месте, а над небольшим углом. Угол, допустим, 15 градусов вправо, 15 влево. А можете... И все это я опять разобрал, потому что это было экспериментально. Все получилось. Но надо делать, как говорится, по-серьезному. Это был опытный образец. А если делать, то будет еще эффективнее, как положено. Там все колготят, когда я буду делать комфорт здесь. Обтягивать все. Нет, не буду я делать пока. Пока не сделаю механику, управление. Все у меня тут, чтобы было нормально. Так, а сейчас я, ребят, занят, как говорится, любимым делом. Еще у меня любимое дело есть. Это называется у нас... Это называется у нас пресс луроновый. Вот. Вот у меня запчасти.
Вот барабанчики. 11 штук таких. Так, колесо. Вот я такой пятак. Один был у меня, как говорится. А второго нету. Сейчас я режу плазморезом квадрат. Делать пятак. Но это тонковато, я в два их сварю и будет у меня потолще. Вот, плазморезом режу. Так. Вот. Вот он мой плазма. Здесь полуавтомат, а это у меня металл-база. Так, а то трактор есть, а пресса нету. Пресс. Вот на скорую руку сделал такой вот резак отрезной, круг, говорится, под разным углом резать на скорую руку. Вот где-то за 3 часа его слепил. Это у меня все к прессу, все заготовки, все к прессу, все прессом. Это под подшипники у меня обоймы, потому что их много и заказывать их облысеешь. Так что делаю я шарик, не мешай. Вот от чего вот этот мост, подскажите. Подскажите, от чего мост. Вот. Может, москвич какой-нибудь старинный. Не знаю. От чего он даже. Вот этим я занимаюсь, ребят. Потихонечку. Говорить больше видео. Ну что видео? Что видео? Просто кататься. Лишних бензин нет. Просто кататься. Испытание прошел. Прошел. Ничего где не оторвалось, ничего нигде не протекает. Все сухо, ни капельки кабинки нет. Вот рацию делаю себе. Вот. Рация. Называется Карат. 1,7 МГц. На 30 километров берет. Такие дела. Это не у кого это. Так, специально для леса. Вот еще антенн приделаю и все. Красить пока не решусь. Пока не решусь. А надо это лето обязательно покрасить. Обязательно. Вот чем я занимаюсь, ребят. А там косить огород, сад, сады. Штук 4 надо косить. Картошку типковать, полоть там то все. Тот спрашивал, тоже хочет сделать такой? Ну, чтобы я рассказал подробно, как он устроен. Ребят, заходите, Самоделкин 68. И там все. Там все. Кто там? Никого. Вокруг тишина. Там все у него от и до. Мои видео. Заходите к нему. Так. Ну все, пока, ребят. Пока. Всем железного здоровья. Не хворать. Хорошего настроения. Пока. Так, дорезаем.
Так. Режет. Шьет. О, чтобы руки не тряслись. Староста. Так, дальше. Кнопка. Сломанная кнопка на ремонте. Вот. Так. Ну все отрезал. Вот. Пятерка, сколько, не знаю. Чистенько, ровенько. Штанги. Нет, под руками. Как всегда. Вот. Как бритва, ребят. Так, ребят, вот крашу. Потихонечку свой вездеход. Но завтра еще докрашу. Сегодня я не успел. Вот. Так что мажем. Завтра я досниму. Докрашу, эти ленты все уберу, и будет симпатичный во дворе. Так, вот наконец я взялся, помазал его краской, как мог. Краска. Петру большое спасибо с Москвы. Краска меня обеспечила. Вот такой камуфляж ему сделал. Небольшой. Небольшой камуфляж. Вот так. Вот так вот. Просто. Чтобы какой-то не серый был. А так более-менее. Вот. Ласки ему подкрасил, ресницы вернее. О. Вот так, вот такой он у меня получился.